месте этой деревни располагалось поселение. Причиной смерти стало удушение. И примерно через несколько месяцев этого мужчину нашли в этом доме мертвым. Причиной смерти стало удушение. В 18 веке на месте этой деревни располагалось поселение. В том поселении люди были скрытные и странные, после чего те люди пропали, и никакой более информации, кто они были такие, к сожалению, не осталось. Резко свет, все, батарея разряжена. Только включил.
Точно, да, ЭКФ. Он сел. Дай мне знак, если ты меня слышишь. Кто ты? Ответь мне.
Ты демон? Что ты делаешь в этом доме? Зачем ты здесь? Зачем ты здесь? Свет. Свет погас. Офигеть. Свечи. Я их не зажигал. Так, нужно сходить в машину, поискать фонарик еще. Если я его с собой взял. Так, друзья, фонарика не нашел. Буду теперь с ночной камерой. Выключен. Не знаю, есть ли смысл мне сейчас здесь находиться.
либо нужно уходить. Не знаю, как мне теперь вещи забрать. Кто здесь ходит? Мне срочно нужно отсюда уходить. Я уезжаю домой. Оставаться мне здесь ни в коем случае нельзя. Thank you.